Мы подверглись атаке. Не уверен, химической или ядерной. И где именно вы сейчас? Под моим домом на ферме. Привет. Извини, не хотел напугать. А рука? Ты не пытался бежать отсюда? Я торопился сюда. Там женщина. Она просит впустить ее. Ты ей не поможешь! Ей уже конец! Что это? Тихо. Как нам выбраться отсюда? Это так ты благодаришь меня за спасение? А, пусть!